Все здесь готово для проведения нашего матча. Работать для вас будут Константин Генич и я, Георгий Черданцев. Смотрим многообещающий матч. Это Севилья против Манчестер Сити. Одно удовольствие работать в такой атмосфере и с такими классными командами. Посмотрим, будет ли эта игра сегодня им в удовольствие. Вашему вниманию стартовый состав Севильи. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка. В футболе и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Смотрим состав Манчестер Сити. В воротах Эдерсон. В защите Рубен Диас играет с Америком Лапортом. Кевин Де Брюйне с первых минут играет с Родриго Касканте в центре полузащиты. С одним нападающим тоже можно потрепать оборону соперника. Можно, но если ему удастся все-таки выбраться из-под плотной опеки. У Манчестер Сити давняя история. Любопытно, что клуб из города Манчестер не всегда носил свое нынешнее имя. Первые годы своей жизни, в конце 19 века, он назывался Ардвик. Так вышло, что вместе с профессиональным статусом клуб получил такое название, под которым играл первые 7 лет. Потом был переименован в привычный нам Манчестер Сити. А год спустя уже собирал по 20 тысяч человек на матч. Так выросла популярность футбола и этого замечательного клуба в Англии. Фил Фоден отдал хороший пас. Счет открыт. Быстрый гол смогли забить. О лучшем начале, наверное, и мечтать не могли. А вот сопернику теперь действительно будет очень тяжело вернуться в игру. Смотрим еще раз этот классный индивидуальный проход, который завершился не менее классным голом. Да, в дуэли игрока с вратарем последний потерпел фиаско. Сейчас будет веселее. Акунья. Хордан. У них много вариантов для этой атаки. Главное держать темп. Может он сравнять счет? Могу не отметить этот отличный дальний удар. Пусть ворота и были пустыми. Повторяют нам забитый мяч. Очень странным он получился. Пустые ворота, и здесь никто не помешал. Недоволен Пеп Гвардиола, пропускает его команда и позволяет сопернику счет сравнять. Счет снова равный, 1-1. Бернардо Сильва.